называться плейлист, для которого вот этот данный видеоролик, он снимается как титульный. Здесь вам 100-долларовая банкнота, одна банкнот 10 000 тенге, 100-долларовая 4, справа еще 3. Банкнот 5000-ных 6, одна банкнота 2000-ная, 3 банкноты вот 1000-ные, 500-ки есть раритетные и такие обычные, обычных 4, раритетная 1. Есть раритетные банкноты, 1 тенге, 5 тиен, 2 тиен, 25 советских рублей, 1 рубль советский. Также 3 банкноты по 1000 рублей российских, 3 банкноты 100 рублей российских, 1 банкнота 50 рублей российских и 1 банкнота 200 рублей российских. Это все деньги бумажные, купюры, они же, да? И есть плейлист уже, который на моем канале, который называется «Деньги бумажные». И он приближается к предельному количеству, которое можно добавлять в видеоролик, то бишь к 5000. Поэтому нужно создавать продолжение. И продолжение будет называться так же, как и тот первый плейлист. «Деньги бумажные 2». «Ничтоже сумняшим» называем этот плейлист так. Вот для него и снимается этот данный видеоролик как титульный.